Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Проект покинул Глеб Жемчугов, он опубликовал в сети пост о своем уходе. О причинах ухода он ничего не написал. А ведь совсем недавно Глеб Жемчугов создал пару с новенькой участницей Яной. Они поселились в одной комнате, но сразу же после первой ночи с Глебом девушка отправилась в общую спальню. Сейчас она вовсю развлекается в объятиях Дениса Баранова. Яна пожаловалась, что Жемчугов ее неправильно понял. Она не скупилась на знаки внимания, но интим ему не обещала. Глеб же пошел в наступление, он жаждал предаться любовным утехам и испугал девушку своим напором. Глеба поддержал Костя Иванов. «Глеб, все только начинается. Выдыхай, приходи в себя». Ваня Барзиков тоже поддержал своего лучшего друга. «Вчера мой друг покинул телестройку. Глеб, я знаю, у тебя все получится. Главное, чтобы у тебя в голове был четкий план действий, чего ты хочешь по жизни. Так что давай, дружище, дерзай, все в твоих руках». А на острове любви ребята готовятся к Новому году. Лиза Полыгалова и Ваня украсили свою комнату, обуютили наше гнездышко и создали праздничную атмосферу сегодня с моим Дедом Морозом, пишет Лиза. Марина Африкантова рассказала, что Андрей Чуев хочет выставить на аукцион свадебное платье, которое он шил для нее на первый этап конкурса «Свадьба на миллион». Начальная ставка 1000 рублей. Так что у нас будет возможность его приобрести. В очередном конкурсе победил Женя Кузин. Он проявил себя как самый умный и шустрый из всех участников. Нужно было запомнить как можно больше японских иероглифов, которые находились на дне бассейна. А наградой для Кузина и Артемовой стало свидание в СПА. На поляне неожиданно для всех новенький участник Андрей, не успев появиться на проекте, уже стал прорабом. Это произошло всего лишь на второй день его присутствия на Доме 2. Он на фотографии слева. К Саше Харитоновой на проект пришел новенький участник Сергей Кучеров. Они сходили вместе на свидание в ресторан. Алена Творогова и новенький участник Стас тоже были на свидании. Мы уже рассказывали вам, что в воскресенье была свадьба Александра Липового и модели Саши Кабаевой. И оказывается, на этой свадьбе Вика Романец была вместе с Антоном Гусевым. Ребята уже не скрывают свои отношения. Их охотно фотографировали журналисты. А также Вика в своем микроблоге опубликовала совместный снимок и подписала его. Под этим фото вы могли бы написать свое мнение, но оставьте его при себе. И Романец отключила возможность комментировать этот снимок. Марина Мексика нашла себе на свадьбе нового мужчину, бизнесмена Максима Головина. Даша и Сережа Пынцари покрестили младшего сына. Крестной стала подруга Даши, а крестным – друг Сергея, бывший участник Дома-2 Василий Тодерико. Алексей и Юля Самсонова отметили первую годовщину свадьбы. Ребята признались друг другу в любви. Как вы помните, скоро они ожидают рождения первенца. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.